Друзья, всем привет! В конце лета такой вот объект делал. Автополив. После меня зашли ландшафтники, постелили газон, посадили растения, отсыпали корой. Сейчас посмотрим, в общем, объект как получился, как работает полив. Пульт управления Hunter. Включил первую зону. Идет полив. Дорожки поливные. Вот из-под коры вылазит такое, такая МПшка, поливалочка. И 6 метров радиус поливает. Легко настраивается. Можно больше делать, меньше. Угол разный. Это 9-метровая. Можно делать также меньше. Тут все по максимуму работает. Хорошо все перекрывает. Двойное перекрытие. Одинарное нельзя, потому что растения растут посередине и так далее. Это вот капельный краник поливает ряд туй и плюс вот эти все растения, которые маленькие идут, вот эти шарики, гортензия, это там все под корой капельная линия. Здесь вот короб сейчас был, короб, в коробе стоит фильтр и стоит кран для того, чтобы можно было удобно добраться, отключить воду, если нужно, или фильтр помыть. Такие вот острова газона. Все поливается. Площадка вот круглая, красивая. Ландшафтники сделали. Она тоже немножко поливается водой. Это так настроены поливалки. Невозможно круг отстроить так, чтобы капли воды не попадали куда-то. Красивая голубая ель. Их две такие посадили. Очень красиво смотрится. Здесь также под корой идет капельный полив. Это бокс, раздача воды, то есть кран для газона. Кран поджат, чтобы тут в основном у нас как сделано. Идет пульт управления, включает воду. И на разных участках стоят вот такие маленькие краники. Они регулируют поток воды. Если поставить побольше этот участочек, вот участочек тоже под капельный полив сделан. Также стоит регулировочный кран. Регулирует подачу воды, больше-меньше. 1,5 часа пульт отрабатывает зону ночью, она поливается. И интенсивность как раз подачи воды регулируется вот этими маленькими кранниками. Вот тоже островок с растениями. Здесь также есть регулировочный кран. Газон поливается дождевателями, МПшками, вместе вот с садом. Как раз МПшки, это очень нежные маленькие струйки воды, которые вылетают, и они не портят деревья. То есть для коры они безопасны. Как раз вот для сада, ну и также елочки, они вообще любят, когда сверху идет орошение, на них хорошо растут. И снова цветник. И в этом цветнике также проложен везде капельный полив. Туи, вот эти все растения поливаются. А сад поливается уже именно МПшками. То есть вместе с газоном. Елочки тоже поливаются вместе с газоном. Также перекрестный полив идет, то есть не будет мертвых зон каких-то там вокруг елочки, даже когда она вырастет большая. Это вот следующая зона включена, 9 метров поливает, такая вот 360 градусов поливалочка. На МПшках выгодно делать полив, так как потребление воды маленькое. Ну, время полива большое, то есть вот этот газон, чтобы хорошо его пролить, нужен час. Каждую ночь час работает. Вот эта зона, она включена сейчас. Это вот бокс, как раз быстросъем. Можно
дорожки помыть, еще что-то сделать. Такой вот красивый участок за счет того, что можно сказать, что здесь идеальный газон. Яркий, зеленый, без сорняков. Это 6-метровые поливалки, они друг друга перекрывают. В углу тоже стоит полив.